Привет всем стрелкам и не только. Как говорит один блогер Толян, Шурша студия приветствует вас. Сидор Сидорович на связи. Короче, недавно приобрел рогаточку. Почему? Потому что сейчас как бы военное время. Стрельба это палево. А я люблю охоту. В общем, я решил пробовать охотиться с рогаткой. Начал изучать техники различной стрельбы. Понял, что я в этом еще мало, можно сказать, совсем не разбираюсь. Но, тем не менее, недавно мне удалось где-то метров 15 в сумерках на сосне подстрелить дикого голубя. Стрелял с 0,5 резины. Латекс 12-м шаром с подшипником. Но дело такого рода, что я как бы без работы, ухилянт, вот. И у меня нет денег, короче, на боеприпасы. А был свинец, потому как я там лью дробь иногда, пули, короче, на гладкоствол. И я увидел, короче, тему в Ютубе. Опять-таки, как говорится, с говна и палок. Дрель, блинчик приваренный к оське. Конечно, идеально ровно приварить не получилось, биение есть. Но оно и к лучшему. Потому что рубленый свинец, он угловатый, нужен удар. Типа как галтовка, чтобы придать ему форму. В общем, я обрезал кусочек трубы, приварил, ну как приварил, прихватил, там 3-4 прихваточки. Сделал вот этот блинчик, обточил его с дрелью на наждачке, чтобы он четко входил. Вот. Короче, такая тема получается. Вот. Я тут уже немножко попробовал. В общем, исходный материал вот такой вот. Видно, видно. Вот. Как я его получал? Мне было лень, короче, делать там, как мужики показывали, там, обматываешь газетку, там, прутик любой нужного калибра. Вставляешь песок, путик вынимаешь и в газетку наливаешь это. Газетка там обугливается, но форму она держит хорошо. Вот. Я ленивый, короче. Я взял сверло на 9,5. Насверлил, короче, в деревяхе отверстий на всю длину сверла. Растопил свинец, нагрел его, чтобы он поярче был. И начал заливать. Естественно, что в дерево есть остаточная влага. И, короче, это опасно. Потому что свинец начинает кипеть, и если ты много сразу нальешь, оно может все прилететь обратно в лицо. Поэтому я так по чуть-чуть. Ну и нормально. Конечно, оно получилось как бы не совсем гладкий прутик. Но так как мы их обкатываем, вот я сейчас покажу готовый вариант. Короче, вот такая картечь получается, 9-миллиметровая. Я их нарезал по сантиметру. Их можно, конечно, катать чуть ли не до идеала, но мне, допустим, такое не надо. Потому что стрелять я буду максимум метров на 20, не больше. То есть для моих дел пойдет и так. Ну, можно еще взять, пересыпать потом готовый продукт в 2-литровую бутылочку и сделать галтовочку еще потрясти. Чтобы убрать там какие-то, может, заусенчики. Хотя я смотрю, как они нормально. Сейчас я покажу, как это работает. Короче, берешь так, ну,
У меня блинчик небольшой, емкость небольшая. Ну, я с десяток, короче, беру. Может, чуть больше. Батончиков этих. Вот. И берем аппарат. И получается, дрель у меня оборотистая. Тут пару тысяч оборотов. Сколько тут? Сейчас скажу. 2800, почти 3000. Давить сильно сразу не надо. Так, потихоньку, чтобы они там разгонялись. А потом в дальнейшем нужно еще совершать небольшие такие наклончики в разные стороны. Чтобы небольшие удары происходили. Ну, собственно, вот. Попробую достать один. Они просто горячие, как говорится, с печечки. Ну вот. Вот шарик. Практически идеальный. Так что, господа, берите на заметку. Я сам подсмотрел, попробовал. Удивлен. Работает. Я вообще когда-то хотел дробокатку сделать настоящую. С огнетушителя углекислотного, вот полукруглая сфера. Колпак сверху включаешь. Там, кстати, обороты должны быть небольшие. Там, по-моему, 1500. Но на больших почему-то не работает. Ну, там свои нюансы. Ну и, кстати, вот таким образом можно катать дешевую картечь, если кому надо. Все, спасибо за внимание. Пока.